И тогда скорость у меня получается хорошая. Думаю, обогнать или нет, но пока еду. Еду на колесе. Просмотрел, какая там была табличка, по-моему, 1 километр остался. Понимая, что нужно потерпеть, нужно силы поддержать, пока есть такая возможность за кем-то ехать. Плюс сам участник может тоже стартануть, поэтому здесь нужно высматривать. Но вроде бы участник не стартует, с колеса сбросить не пытается, или вообще не знает, что я сзади его еду. Хотя так обычно делают те, кто знает, сморкаются, чтобы сзади едущий, наверное, отвалил, но со мной так не прокатит. Впереди вижу подъем, переключаюсь на большие передачи, нужно набрать инерцию, чтобы в него влететь. Силы нужно экономить, соответственно, там, где можно разогнаться, надо разогнаться. Так, что мы здесь? Ага. По-моему, я пытаюсь его атаковать. А, нет. Хотите обогнать? Хотел обогнать здесь на спуске, понимая, что я проеду быстрее, чем участник, но нет, поздно было. Я прошляпил этот момент и, соответственно, потерял здесь скорости. Очень потерял, ну не очень потерял. Я здесь не торможу. Не тормозил бы, точнее. Но что поделаешь? У всех разный уровень, собственно, и техника разная, поэтому нужно и себя беречь, и велосипед. Я на самом деле удивляюсь. У меня велик 15-го года, как он до сих пор меня терпит. Я попаду в ад за то, что ни разу на моем велосипеде я не обслужил переднюю вилку. Да. То есть вилка уже все. Она работает только как вилка на 150, и то, скорее всего, не на все 150. Не блокируется уже. Из нее течет масло потихоньку. Если велик перевернуть кверх ногами и оставить, то масло сочится. О, забавная ситуация, тоже участники побежали, жопу разминают. Разминают. Я какое-то время тоже думаю, надо ехать. Но силы покидают, и, по-моему, здесь я тоже решил спешиться, да, и решил пешком бежать. Черники куча. Здесь вот этот подъем, по-моему, ну, если не считать тот, на который я пытался почти заехать, вот только этот подъем у меня реально не хватило сил в его заехать. Ну вот просто не хотелось. То есть физически я понимаю, что я бы его заехал очень медленно. Но я бы его заехал. Участник говорит, что охреневает, как они еще заезжать умудряются. Я здесь, по-моему, что-то поймал. Торкнуло немного. Остановился. Если трассу прикатать, конечно, можно попытаться. Точнее, ну, для меня эта горка, для меня это ерунда. Я бы ее заехал, но по силам. Сил не хватало уже. Я понимал, что нужно поэкономить. Ну, впереди тоже участник идет, ковыляет. По-моему, он где-то приложился, то ли упал, то ли что-то с ребрами. По-моему, что-то сказал про ребра, но я так и не понял. В общем, видимо, было жесткое падение. Поэтому здесь, да, нужно себя беречь. Игру поймал.
бедра. Ох. Чуть-чуть осталось. Говорю, чуть-чуть осталось, видимо, он где-то приложился. О, вот он, заветный, 1 километр до финиша, ура! Опять чертова линия электропередач. Мне кажется, если бы мы ехали прямо под линией передач, мы бы немного заряжались. Можно было камеру в батарейку, это, камеру подзарядить. Шучу, конечно, но забавно. Остался 1 километр. Сзади меня нагоняет участник в синем. Крутые спуски. Просто здесь без тормозов, по кайфу так. Оп, 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 оп. И догнал. Эх. Надо обгонять этого участника, иначе я так на спусках просто буду терять скорость. Слева видно уже постройки, то есть уже ощущение, что да, все. Давай, давай, кричат. Ну, вроде осталось-то уже меньше 1 километра. И пошел подъем. И я такой думаю, так. Слева постройка. И они достаточно на низком уровне. То есть спуск. Я понимаю, что, блин, сейчас будет какой-то сюрприз. Так. Догоняем желтого. Пошел, пошел, но не смог обогнать. О, вот он. А, пофигу, давай. О, здесь классный спуск. Сейчас мы отыграем еще на скорости. Здесь уже предвкушение финиша. Оп, о, оранжевый участник. Я только сейчас понял, что он меня где-то обогнал. Говорю, справа. Траекторию взял, конечно, я очень-очень неудобную. И мало того, что подрезал этого участника, так еще и мог улететь. И вот он, долгожданный финиш. Оглядываюсь назад, участник пытается меня добрать, но уже ближе к финишу понимаю, что он уже все отпустил меня. И да, финиш. Очень классная гонка, мне понравилась. Рядом с этим кустиком я просидел, наверное, минут 20-30. Спасибо всем, кто дождался. Всем пока.